900 сожженных машин и 300 задержанных. Национальный праздник Франции явно удался на славу. Столица страны превратилась в поле битвы между силовиками и хулиганами. Не последнюю роль в погромах сыграли выходцы из бедных районов Парижа, тех, где живут арабы, и гости из французской Африки. Правда, управление полиции на ситуацию смотрит позитивно. По данным МВД, в минувшем году на День Бастилии задержали в два раза больше поджигателей, почти 600 человек. Так что тенденция правоохранителей даже радует. Власти постоянно пытаются снизить градус напряженности и свести беспорядки к минимуму. В этом году безопасность обеспечивали аж 11 тысяч полицейских.